Вручили повестку на второй раз уже. Два раза я избегал. На второй раз все-таки меня нашли, достали. 47-річний Віктор був мобілізований до армії РФ, а нині військовополонений. До України чоловік приїхав за 9 тисяч кілометрів зі сходу Росії. Сказали, будь добре, треба виконувати свій долг, вперед. Назвали, що це спецоперація, що тут людей унижають, оскорбляють, уничтожають місцеве населення, ЛНР, ДП, ну, ДНР. В таком плане, что здесь все творится, в общем, все в кошмаре. Но на самом деле я приехал и увидел, что здесь не все не так, как просто, как что говорят. Совсем все по-другому. Без навчань та оснащення Віктора у складі штурмового батальйону відправили в одне із сіл Донецької області. Каже, мобілізованими доукомплектовували бригади, які зазнавали значних втрат. Там не смотрели, що ти вмієш зробити. В каких войсках ты служил, это все без разницы. Обеспечения такого как не было. Если что-то там какие-то вещи доставались, это или с 300-х, или с 200-х, ну, такого одежды как бы не было, ну, нормально. То, что нам на ПЛСе дали, оно все по швам разлилось, ну, разлилось. Жили в землянках, в земле, с мышами. Мыши пальцы грызли. В общем, невеселая жизнь. Там мы как бы нападали. В лесополке там, ну, пытались взять позиции, но ничего не получилось. Під час штурму українських позицій військовий РФ дістав поранення. Втім, врятували його не побратими. Бросили меня, просто бросили. Не вытащили с поля боя. Хотя у меня была рация, я мог связаться с ними. Сначала связывался. Да, они говорили, вытащим, 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 вытащим. Потом режим тишины и все. Спасибо Господи, что просто... Украинские товарищи, как говорится, не добили меня. Могли бы просто добить и все, оставить как удобрение. Про те, что сталося на поле боя, Виктор вперше рассказывает дружине Катерине. На поле боя меня бросили. Там меня бросили. Никто точно. Не бросил. Да, нет, не один такой. У меня одна мысль была, что ни к чему хорошему это все не приведет. Это уже я знала на будущее. Во-первых, он уже старый, как бы это не его война, да и вообще это не его война. Страшно было, а что делать? Или тюрьма, выбор такой, или армия, или тюрьма. Какого хрена мы вообще туда полезли? Что они хотят? Вот этого я не понимаю. Да не видел я ни одного здесь бандеровца, ни одного немца. Никого я здесь не увидел. Видел душевные просто люди. Ну, люди, которые помогают. Все через телевизор, просто через информацию, то, что идет по телеканалу. Вот и все. Зараз військовополонений знаходиться в лікарні. Йому відновили функцію травмованих руки та ноги. Чекає обміну. Каже, відтепер сам боїться російських ракет. Я слышу їх. Слышу кожну ночь. Вот я вот здесь вот нахожусь. Я не знаю, может, попаде снаряд сюда, еще что-нибудь. Тоже такая же боязнь. Как оно и есть. Ужасно. Все ужасно. Альона Анталуха, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.